Стоп, стоп, ай! Зараза. Так, здоровье. Ай, я заражен ядом, написано poisoned. Ричард, вали ее! Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Resident Evil HD Remastered на PlayStation 4. Заранее извиняюсь, если меня слышно с помехами, у меня, похоже, помирает микрофон, но сейчас слишком поздно, чтобы бежать в магазин за новым, но следующую серию обещаю уже комментировать с новым микрофоном. Так что продолжим. Итак, откроем карту, у нас есть полный комплект нот, который нам нужно запустить. Так, сейчас посмотрим, все ли у нас с собой нужное есть. У меня, правда, с собой нет аптечек, но я не думаю, что они нам понадобятся. Кстати, у нас немножко жизни не хватает. Нас в прошлой серии чуть-чуть покусали. Давайте какую-нибудь одну травку сейчас используем. Использовать. Да, вот теперь файн стало. Так. И мне, в принципе, может понадобиться с собой... горючее зажигалкой. Конечно, мы забили сейчас всевозможные места, которые только смогли. Но дело в том, что у нас в одном из подвалов в противоположном крыле особняка есть пара зомби, которых мы не сожгли. Я надеюсь, эти зомби у нас еще не встали, потому что это будет огромной проблемой. Так, господи, куда мы выходим-то? Сюда вроде бы. Сейчас нам нужно выйти с вами. Так, кстати, у нас... Я вот кое-что еще не доглядел. У нас на втором этаже здесь есть еще комната, которую, по-моему, мы не открыли. Или не попытались открыть ключом. Давайте вернемся. Давайте вернемся. Просто пока мы находимся рядом. Это, конечно, возможно, не самая удачная идея, потому что у нас всего один свободный с вами слот. Так, как туда пройти? Пройти туда можно вот через эту комнату с камином. Там, кстати, еще целая куча трав было, если мне память не изменяет. Мы оттуда и так их и не забрали. Но у нас полный ящик этих травок. Лечиться, облечиться. Я был... Ой, господи, напугался. Так, давайте попробуем. Закрыто. А вот нифига, здесь, значит, ключ нам этот не подходит. Все, теперь моя душа, по-моему, спокойна. Траву, кстати, мы отсюда все-таки забрали, или они исчезли. Здесь, которая комната рядом, мы ее уже обыскали. Насколько мне помнится. Так, где карта-то? Господи, все, запутался в комнате. В кнопочках. Да, здесь у нас все уже открыто. Вроде бы как. Да, мы там еще какого-то шмеля нашли. Не помню, зачем мы его выложили. По поводу всех вещей, которые мы собираем, я пока что складываю это все в ящик. Пока у нас не будет какой-то тупиковой ситуации, то есть под названием «Все двери, которые можно, мы открыли», куда идти дальше, непонятно. Так, вот эту дверь, кстати, мы еще не пробовали открывать. Но, по-моему, сюда не скоро. О, открыли? Так. Новая комната впереди, один слот свободный. Возьмем дробовичок, потому что с ним мне просто будет спокойнее, войдя в новую комнату. Ой. Так, тут у нас какие-то рыцари. И что-то происходит. Нажать кнопочку? Не, давайте пока не будем нажимать кнопку. Давайте сейчас сначала осмотрим, что тут к чему. Так. Рыцарь с топором, со щитом, без ничего и с мечом. Что у нас тут? А, здесь у нас такая небольшая головоломка. А, и вот у нас есть фотография на стене. Я помню эту головоломку еще из классической части, по-моему, у нас была. Нам нужно расставить этих рыцарей согласно этой картине, чтобы открылась вот эта вот головоломочка. Сейчас мы этого делать не будем. Это немножко у нас займет
время, а нам пока что вот эта часть нам не нужна. Насколько я помню, вот эти квадратные пластины, которые мы тоже собираем. Так, кстати, ладно, здесь мы потом этих зомби сожгем, потому что мы их недавно убивали. Эти квадратные пластины нам будут нужны уже чуть-чуть позднее. Когда мы упремся в комнату, где нужно будет их ставить 3 или 4 штуки. Это еще было. Я просто помню это все с классической частью. Так, я правильно иду? Первый этаж. Да. Пока держим в руках дробовик, я не знаю. Ну, нет, как-то так попроще. Может быть, я забыл где-то про какого-то зубенька, и где-то сейчас он там встанет. Напоминаю, для тех, кто не в курсе и смотрит эти серии впервые. Зомби, если не сжечь после его убийства, он станет после смерти, через некоторое время встает и становится еще намного злее. Что вообще как-то не фонтан. Так, какая комната у нас? Здесь у нас комната закрыта с другой стороны. По-моему, следующая комната. По-моему, здесь вот комната у нас пианино. Да. Да. Вот пианино. Так. Использовать ноты. Джилл играет лунную сонату. Я, кстати, в одной серии уже упоминал, что если мы играем за Криса, то применить просто так ноты не получится, потому что Крис на пианино играть не умеет. Ему придется звать напарника. За Криса тоже очень интересно пройти, потому что все-таки незначительные изменения по сравнению с классикой есть. Так, куда мы вышли? Золотой этот. Ага. Теперь понятно, зачем мне нужна была копия. Кстати, здесь что-то еще лежит. Эти записки я почитаю потом отдельно, потому что на их перевод уйдет время. Так, ставим на место. В комнате, где мы встретили первого зомбика, Барри в него еще стрелял, мы нашли похожую же пластину. И вот нужно ее поменять местами, ставить сюда. А ту пластину поставить туда, и там что-то будет. Все, это я понял. Итак, у нас есть пища на будущее. И здесь у нас рядом тот самый подвал, с которым, бляха, уже, наверное, встали чертовы зомби. Кстати, лифт до сих пор не работает, да? Да, зараза, до сих пор не работает. Если зомбики поднялись, это проблема. Придется убивать их с дробовика. Нет, зомбики еще вроде бы как не поднялись. Так, ты. Поднялся. Минус раз. Здесь у нас, кстати, теперь еще один. Вот он. Его тоже бы спалить бы. Отойдем. Так, ну вот нормально. Так, здесь у нас по-прежнему нет электричества. Но здесь у нас какая-то, по-моему, была еще комната. Ах, как же здесь противно и воняет. Да. Закрыто с другой стороны. Да, могу вспомнить. Ну ладно, от зомбика мы здесь избавились. Мы ему отстрелили башку. Так, до ближайшего места сохранения, в принципе, нам здесь пройти всего-то ничего.
одной только маленькой проблемой. Идти через комнату с воронами я не очень хочу. Ну, прям очень мне не хочется. Потому что я помню, что эти такие, это такие твари, которые, если нападут, они просто сгрызут нафиг. Да, вот здесь именно мы нашли эту чертову гадкую пластину. Так, ну что, пошли за ней. Пока решим все, что у нас есть. Кстати, вот в противоположном крыле первого этажа я, по-моему, тоже до сих пор еще не все комнаты открыл. Одна комната у меня заблокировалась. А, нет, я там тоже везде был. Ну что, окей. Ну, судя по тому, что ключ у нас еще не исчез, значит, мы еще не все открыли то, что смогли. Давайте здесь на первом этаже еще посмотрим. Здесь закрыто. Кстати, здесь вот на цокольном этаже тоже была какая-то комната, в которую Джилл первый раз отказалась ходить. Да, и сейчас она тоже туда входить не хочет. Окей. Так, ну что, у нас, в принципе, сейчас стандартная процедура. Нам нужно сгонять в наш ящик, взять все, что нужно для решения этой маленькой головоломочки, или просто поменять их местами, и посмотрим, что будет. Итак, я срезал часть абсолютно ненужной беготни и сгонял, собственно говоря, в комнату для... Где у нас? Где наш ящик, чтобы забрать вот эту вот эмблемку. Ну что, еще раз берем золотую эмблему. За нами проход закрылся. Хотя он закрывается так медленно, что Джилл, в принципе, могла бы успеть выскочить. Ну, у нас игра задумана не на этом. Вставляем старенькую, и ворота открываются, а золотую мы выносим. Я, кстати, во время пропуска записи еще сбегал в комнату, где лежит у нас Кеннет. Или Ричард, которого мы спасли. Хотел там сжечь зомбика, зомбяк уже встал, зараза. Даже меня чуть-чуть покусал. Пришлось на него потратить кинжал. Так. Вставляем сюда эмблему. Как я и говорил, я помню, что вот что-то с этими часами будет. Что они не просто так прям здесь стоят. Итак, когда две стрелки указывают на что-то одно, путь будет открыт. А нам нужно повернуть. Давайте попробуем сейчас. Маленькая стрелка. Повернуть налево. Итак, я так полагаю, нам сейчас нужно... Так, назад. Стоп. Я, кажется, понял. Здесь часы нам, наверное, дадут новый ключ. Сейчас они стоят направлены на шлем. Нам нужно сейчас направить на броню. Да. Итак, большая маленькая стрелка. Так, опять она же. И опять в эту же сторону. Потому что нам нужен ключ от брони. Так. Так. Нет, стоп, назад. Ой, господи, ну почему же тебе нельзя просто менюшку назад-то выйти? Да, повернем стрелки. Возьмем вот эту стрелку и повернем сюда. Вот так. Выйти. Ничего не произошло.
Окей. Сейчас немножко поковыряюсь тут. Во. Я что-то сделал. Я маленькую стрелку перевел на 6 часов, большой оставил там. Ну, буквально, наверное, с попытки, наверное, четвертый. Итак, мы взяли Mansion Key. Ну вот, смотрите, как продуктивно у нас сегодня все. Так, давайте осмотрим ключ. У нас нарисован щит. Слушайте, смотрите, как здорово все. Так, вот давайте откроем карту. В принципе, у нас вот эта следующая дверь. Конечно, было бы неплохо сгонять, сохраниться. У нас теперь есть два ключа. Что-то такие звуки, мне показалось, как будто на втором этаже кто-то ходит. А, шлем еще. Ёптить-поптить. Еще нужно шлем найти. Японский бог. Вспомнить, где изображен щит. Не сказать, что я это прям помню. В том заключается сложность, что на карте не обозначается, где какая дверь должна быть. Так, сюда. Давайте здесь попробуем. Так, Ричард живой. Здесь у нас был вход, по-моему, на чердак, где огромная змея. Как я уже упомянул, здесь был зараза зомбиак, который... Использую ключ. Этот ключ больше не нужен. Выбросить, да? Так. Не, я туда сейчас пока к ней не пойду. Какие вы смешные. Пошлите подготовимся. Вот, оказывается, щит нам нужен был только для чердака. Вот так вот бывает. Я ж правильно понял? Да. Я помню, что там змея. По крайней мере, в классике была именно она. И я не думаю, что здесь они решили обойти ее стороной. А судя по тому, какие здесь живучие зомбари, мне страшно представить, какая здесь будет эта чертова кобра. Так, что мы с собой возьмем? Спрей возьмем, я думаю, нам его вполне хватит. Вместо дробовика давайте заберем к базуку. И пару снарядов еще возьму. Вот так я тогда нашел, какие снаряды взять-то, ёперный папай. Кстати, какие-то кислотные были, во. Ну и давайте сохранимся. Я надеюсь, мы эту змею одолеем с первого раза. Так, это наше 13-е сохранение. Так, уберем чертову ленту. Я надеюсь, мне одного спрея хватит, чтобы с ней сразиться. С базуки я еще ни разу не стрелял. Будем, скорее всего... Не знаю, даже вот, честно не представляю сейчас, сколько на нее уйдет снарядов, патронов, еще чего-то. Мы играем на среднем уровне сложности. Страшно представить вообще это на тяжелом уровне сложности. Это, наверное, вообще реально полный хардкор. Я для такого пока не готов. Иногда это кажется, вообще надо было на легком играть. Ну.
Иначе было бы не так интересно. Так, ну что, берем базуку в руки. У нас огненные заряды. Полное здоровье. Да. Попытка номер один. Надеюсь, она же будет последняя. А меня в дрожь бросает только от одной двери уже. Твою мать! Фона мать, а. Опа! Ричард! Топ-топ! Ай! Зараза! Так, здоровье. Ай, я заражен ядом, написано poisoned! Ричард, вали ее! Где Ричард-то? Вон он, вон он. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, еще один огненный снаряд есть. О! Слушайте, в классике нам не помогал Ричард. Может, из-за того, что мы его спасли, потому что я знаю, что его можно потерять было. Нет, Ричард! Твою! Бедный Ричард. Ричард с собой пожертвовал. Это еще не все, я уже думал, это конец. Так, 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 так. А, кружит, кружит, танцы, кружит. Че, че со здоровьем? Позднит. Да на! Так. Вали, вали, вали от меня. Ну что ж ты меня? Да на тебе. Ты чё, куда уползаешь? О! Not waiting to exhale. Так, чё мы взяли? О, мы какой-то assault shotgun взяли. Мы взяли усиленный шотган. Вообще огонь. О, бедный Ричард. Жалко парня, мы ему так помогли. Чё лежит? Маска. Так, ну с масками я припоминаю, мы там находили что-то где-то. Так, давайте здесь еще немножко пролазим. Блин, вот это огромная она, это кобра. Я не знаю, смог бы ли я ее убить. Ну, наверное, смог бы, если бы Ричард мне не помог. Блин, жалко очень Ричарда, жалко. Клево мужик был. Я надеялся, что у нас будет выжившие. Так, тут ничего, тут тоже ничего. Мне вот больше не нравится, что у меня написано poisoned. Кстати, наверное, лучше бегом бы отсюда выбраться. О, нашли патроны для шотгана. Так, все, валим отсюда. У нас вот подыхать бы сейчас очень не хотелось. Давай, 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 давай. Меня что, говорит, отравлено? Мне нужен серум. Бедная Джилл. Пошли, давай. Нам немножко дотерпеть. Да, нам туда бежать. Зомбяк? Что он здесь делает? Да иди ты нахрен, не до тебя сейчас. Вот бляха, я ж подыхаю. Бегом, бегом. Ой, хотелось бы забежать, конечно, за травкой за какой-то, но... Так, все состояние еще пока что... Не сказать, что ошибка хорошая, но... Выбора у меня немного. Давай, пошли. Пошла, пошла, пошла. Так. Карта. В какую дверь не промахнуться бы? Во вторую.
У нас там, кстати, по-моему, зомбяк был. Я не помню, сжигал я его или нет. Пошел ты от меня нахрен. Кусок говна. Извиняюсь, что ругаюсь, но помереть сейчас будет очень-очень-очень обидно, неприятно. Давай, 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 Джилл, давай. Ричарда съели. Есть. Так, применяем, применяем, применяем. О, все. Все в нормале. Фу. Так, фу. Не ту кнопку нажал аж. Итак, ну что? Я думаю, на эту серию будем заканчивать. Сейчас сохранюсь. О, мы с вами грохнули. Ну, по крайней мере, была схватка с огромной-огромной коброй. Мы увидели, что будет, если спасти Ричарда. Оказывается, нам поможет. Его, к сожалению, съедят. Но нам оставили какой-то мега-ультра-дробовик, который 10-зарядный. Вот. И это очень хорошо. Мы получили какое-то оружие, которое абсолютно не ожидал получить. Это круто. Секретный дробовик. Убили кобру. Кое-как спаслись. Вели противоядие. Я, правда, думал, что нам Барри поможет, потому что в одной из вариаций было именно это. Но не было и... Ну, обошлось. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Давайте. Всем спасибо. Всем пока.